утро было две заявки. Почему не выполнили? Здорово, дядь Лёнь. Вовка! Ой, ёлки-палки! Слушай, ты как? А я тебя через две недели ждал. Да меня в первую партию, как отличника боевой и политической. Ты же знаешь, дядь Лёнь, шелест, а не в Африке шелесты. Всегда первая! Молодцы, молодца. А ты что, личный состав строишь? Помочь? Работаем, Вова, работаем. Молодца. Ну, давай, дядь Лёнь, показывай мне мою хату. Так, ребят, по одному. Всем достанется. Так. Еще две копейки не хватает. Вот. Все, всем достанется. Антон, а с тебя 8 копеек. А почему? Ну, по-родственному. Что хорошо? Стоять всем! Разбегались, как тараканы. Громов, ты опять? А что я-то сразу? Как что-то Громов? А вы? Что жуете, как верблюды, а? Ну-ка открыть рты. Шире. Шире, я сказала! Быстро сюда эту гадость. Рябов, а ты что? А у меня нету. Антон, держись подальше от этих. Ты же у нас хороший мальчик, да? Угу. Вы знаете, кто жует эту гадость в капиталистических странах? Это нищие. Безработные. Она у них вместо еды. Имею в виду, Вова, там люди еще живут, но они скоро выйдут. А пока у меня поживешь. Тебе все равно ведь недельку отдохнуть надо, в Москву съездить, да? В институт, на рабфак устроиться обязательно. Отдохнуть надо, это точно. Может, зайдем по пивку? Нет, Вова, нет, это вечером, все вечером. Ну вот, это будет твой дом. Ну, зайдем, глянем. Нет, как-то неудобно, Вова. Да ты что, дядь Лёнь? Это же моя хата. Ну, твоя, твоя. Пойдем. Пахомыч! Чего орёт? Здорово, Пахомыч. Здоровья видали. Слышь, Пахомыч, дай своего мальца балты скрутить, а то руки спил. Бутылка. Будет тебе бутылка. Сашка! Саш, вылезай. Иди, помоги этой басоте болты сорвать. А ты что тут сидишь? Иди в яму, сачкуешь. Да недолго там. И бутылку не забудь. Да, заходите. Настя, доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Вот, познакомься, племянник мой, Володя. Вроде мобилизовался. Здрасте. Так что... Сама понимаешь. Когда? Ну, да сюда недельку. Дядя Лёнь, а чё мебели мало? Подожди, обживёмся, не всё сразу. Да? Да. А может, я не дворником, а в конторе у тебя кем-нибудь? У меня почерк хороший. Ну, вот тебе и раз. Жильё только для дворников. Ну, Володя, мы же обо всем договорились. Да? Ну ладно, дворником так дворником. Вроде как с утра вместо зарядки. О, Груша! Судиться-то скоро будете с Люськи? Да пока еще не все документы пришли. Там, пока назначат, еще не скоро. А, скорее бы. А кто у вас боксом занимается? Брат. Ну, я пойду во двор, хозяйство посмотрю. В общем, Настя, еще недельку, и Вовка будет заезжать. Да! 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 Да!
Хочешь клавинку? Не, не хочу. А, ну да, у Савки же дофига. Апельсиновая. Опа-на, жирняк. Эй, жирняк, иди сюда. Тебе, жирняк. Чего стоишь, головой крутишь? Чего жуешь? Ничего. Дыхни. Нормально дыхни. Апельсиновая. Ну-ка, давай ее сюда. Я ее 3 дня жую. Ну и что? И мы пожуем. Давай половину. А ты куда шел-то? Домой. Ну иди домой. Зачем отдал? Они же большие, побить могли. А где пузырь? Да вот, деньгами дали. А что ты мне суешь? Давай беги. Куда? За пузырьком куда? Я не пойду. С какой радости? То с радости-то и пьют. А вот горя нет. Его намного больше сопьешься. Я не пойду. Значит, не удержишься в парке. Пахомыч, может, я сбегу? Петя, ты ротик-то закрой. Я, пацан, 30 лет здесь горбачусь. И всегда правила были такими. Цены на вино менялись, а правила никогда. Их ведь народ придумал, не дирекция с министерством. Так что, пока ученик, должен бегать. Хватит с меня и прошлого раза. Напьемся, опять всю халтуру упустим. О, парень, так ты о деньгах печешься. А я думал, ты о гордости. Бери, ты их заработал. Петя, пойдем трудиться. Может, и мы что-нибудь заработаем. Настена, добрый вечер. Спасибо за бутылочки. Здрасте, дядя Вася. А что-то сегодня меньше, чем обычно. Да, наверное, потому что вчера серьезное кино показывали. Ну да. Как я не люблю это философское кино. А у тебя дела-то как? Работу ищу? Ищу. У меня для тебя вариант есть. Да? На каком участке? С жильем? Не на участке. Но платят побольше. А жилье? Сиделкой. У меня знакомая есть, старушка. 1-2-3 в неделю будешь к ней приходить. Сиделка. Так мне надо, чтобы жильем было. У начальника ЖЭКа вот племянник на мое место приехал. Мы же без дома останемся. С жильем. У нее знаешь какие связи. Понравишься, поможет. Бабка, правда, с причудами, но ничего. Беззлобная. Работа не пыльная, семья интеллигентная, пианино в доме стоит, книжек много. Я думаю, во взглядах сойдетесь. А когда? Вот телефончик. Сегодня позвоню. Хорошо, спасибо. Надь. Да. Настя причитается. Но. Сынок, наконец уважил. Первую зарплату зажилил, а второй даже не спрашивали. Халтуру куркуришь. Пора тебе, Санек, становиться человеком настоящим. Ну, на таких, как мы, Сань, вся страна держится. А, парень. А чё я? Ты бы так работал, как пьёшь.
Давай, за нас, за гегемонов. Пойду я. Да погоди ты. Что ты за человек такой? Жены нет, детей нет. Куда ты ропишься? Садись. Да погоди ты. Я вот вам что, пацаны, скажу. Пьют для разговора. А если без разговора, то это... пьянка. А пьянку я не люблю. Мне вот первый раз налили, когда 17 лет было. Перед атакой на Курской дуге. Те самые сталинские 100 грамм. Налили, а я не выпил. И потом не пил. Потому, может, и живой остался. А те, кто пили, на тех фронтах и остались. Сейчас же не война. Чего надо бояться? Ну, а сейчас можно выпить? Вот теперь можно. Что-то Саши долго нет. У него работы много. Я все, можно к Файке пойду только ночью посмотреть? Иди. Ни телевизора, ни магнитофона. Может, хоть что-то купим? У нас скоро и дома не будет. Шелест выгоняет? Да, у него племянник приехал. И что теперь? Что, квартиру надо будет снимать? В Москве? Ну, кто вас там в школу пустит без прописки? И что теперь делать? Не знаю, что будем делать. Всем привет. Привет. Я вам кое-что принес. Карамельки? Угу. Повесим на стену. По-моему, красиво. Но если ты хочешь, мы можем повесить его на твоей кровати. Это Сергей Есенин. Да ну. Настя, да я немного выпил. Просто понимаешь, бывают такие ситуации, когда просто нельзя не выпить. Ну я же сам дошел до дома. Саш, нас выселяют. Здесь квартиру сдают. Не знаете, кто? Да я сдаю, дочка. Вы сдаете? Да. Так мне к вам. Да. Ой. А вы студентка, дочка? Нет. А мужиков не будешь водить? Да нет, ну что вы. А что ты, дочка, больная? Нет, у меня семья. Семья? Три брата. Да. Боже мой. И их все сюда привезешь? Да. Ой, бедненький, нет, мне таких не надо, ты постояльца, дочка. Вон на той улице, там домик, он зеленые наличники. Сходи к ним, погляди, может быть, они тебя и пустят, дочка. Здравствуйте, Богданович. Здравствуйте.
Андреич, Дембеля моего не видел? Ну, с большим успехом здесь выступал. Только долго. Полчаса, как Леха его увел. Ага, понятно. Богданыч. А? Что? Альбом его дембельский забери. Забыл. Да-да, да. Так, у меня лошадь H5 на F6. Я ее с ларом беру. Слезай, придурок, а ну хватит народ смешить. Гвардии старший сержант Брунов, десантирню готов. Даю отчет. 501. Лех, завязывай, а! 502. Галь, дай что правда, а? Убьется ведь, жалко мужика-то. 503. Кольцо! Папа! Освободили площадку для приземления отца. Ну-ка, марш домой. Так, я тебя последний раз спрашиваю. Дашь или не дашь? Сейчас кольцо вытерну! Сделай ты что-нибудь, а? Спокойно, граждане, сейчас разберемся. Алексей, где Владимир? Вовка, а у морской пехоты сегодня отбой. Только не там, всегда на высоте. Да там твой Вовка в синях валяется. Переградил дорогу, не пройти, не проехать, забирай. Леха. А? Че? Леха? Где ты Леху увидел, а? Я старший сержант гвардии Брунов, смирно! Так, гражданин Брунов. Так, а ну-ка, слезай. Сергей, держи, держи. Леша, я тебя прошу, а ну? Олег. Не дари, Леха. Стоп, стоим там, я тебя прошу, стой на месте. Ты же убьешься, ты же никогда не прыгал, ты же прыгать-то не умеешь. Где Вовка, я не нашел его. А Леха где? Леша. Вот, десантировался. Леша. Ух, ё. По-моему, не дышит. Чё смотрите? Помогите человеку. Не понимай. Лёха. Лёха. Лёха, подойди сюда. Иди сюда. Лёха. Вот ты идиот, а. Лёха. Да жив. Цел, цел. Но... Лёха. А? Жив, Лёха. Цел. Ой, идиот. Лёша, Лёха. Ты чё, Лёха, Лёха. Лёха, да. Вот идиот, а! Ты чё? Лёха! Как ты просто, Лёха! Ты чё делаешь? Вы-то не лезьте! Есть десантные войска! Лёха, уберёт! И нет, задач не выполнил! Перенож, Лёха! Перенож, Лёха! Ты что же себе позволяете? Еще представитель власти! Убейте! Богдан, собирай своего! Не делай! Извини, Сергей! Отнесешь его домой? Сади ко мне! Ну, Леха, на этот раз ты доигрался. Ты, небось, клятву давал. 70 галстуков, пожалуйста. Пионерскую клятву. Перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь. Жить, учиться, не бороться, как завещал великий Ленин. А ты знаешь, почему пионерские галстуки красного цвета? Это потому, что символ крови. Елена Сергеевна, 70 галстуков, пожалуйста. 62 осталось. Хорошо, 62. Ох. Деды ваши свою кровь проливали. Чтобы тебе, Савелий, жилось хорошо. Да мне хорошо живется. Елена Сергеевна, когда еще завезут? Ну, зайди дней через 5. Хорошо. Тогда на 6 рублей еще октябрьских значков. Спасибо. До свидания. До свидания. Никита, принеси гвоздик еще, а? Спасибо.
Дядь Вась. М? А что дядь Лёша просил там? В смысле, что просил? Ну, он же кричал, дай, дай. А, срок вы прошел. Какой срок? От 5 до 8 за нападение на сотрудника милиции при исполнении служебных обязанностей. И выпросит. Выпросит ведь. Василий Сергеевич, мне поговорить с вами надо. Вы бы это, простили бы его, а? Ну, статьи-то не надо. Он же в армии головой кирпичи колол. И так-то мозгов не было, тут и вовсе отшиб. Ну и где он? Заснул, заснул. Он теперь 2 недели как шелковый будет. Я и ножи все убрала, и рюкзак спрятала. Прячьте, прячьте. Это я его спрячу. Так спрячу. В тюрьме все шелковые. Вот сядет и будет шелковым. От звонка до звонка. Как же так, а? Ну ведь дети же у нас. Вот о них я и хочу позаботиться. Никита, пойдем кушать. А дядя Вася? Спасибо, Никит. Василий Сергеевич, может, чай попьете? Согреетесь? Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз. До свидания. Ну как же так, а? Василий Сергеевич, а ну как же? Никит, пойдем домой. Замерз? Богданыч, ты присматривай за своим племянником. У нас тут и без него чудиков хватает. Он ж из тебя посмешище сделал. Ну, Вась, ну ты пойми, ну, молодой парень вернулся из армии, ну, 2 года в казарме. Побыкнется. Учиться начнет, работать. Работать. Леонид Богданович, ты сам-то в это веришь? Обыкнется. Не знаю. Маленьким. Хороший был. Ладно. Слушай, эти Громовы, где они жить будут? Ну, ищут квартиру. Вряд ли найдут. Такую ораву кто себе пустит? Да еще без родителей. Сергеич. А может, ты чем? Чем? Ты их сейчас выпишешь, а я буду вынужден выслать отсюда. Олимпиада. Ну, а я чем? Ты у нас... Ну, да. Еще что такое? Сопля, что ли? Да нет. Это жвачка. Господи. Антон! Антошка! Чего? Это что такое? Жвачка. Я вижу. Откуда она здесь? Это я ее потерял. А ты где ее взял? Купил, что ли? Нет, не купил. Мне дали. Это кто же у нас такой добрый? Сава. Я тебе сколько раз говорила. Не связывайся с ним и не бери у него ничего. И сам ничего не давай. Держи. Иди отсюда. Люсь. Люсь, это я. Чего? Ой, Господи. Только вы остались. Господи, где остались? Подпись собираю, дурака мой на пороге, чтобы не посадили. Подпишу, чего же не подписать-то? А ты мою подпишешь? Чего? Заявление на Громовых.
А что такое случилось? Да ничего не случилось. Ты не знаешь, что ли? Пацаны вон морды уголовные, бандиты. А Настя, она вообще с Шелестом спит. Как? Ну так. Ты не знала? Не, Люсь, я такого не пишу. Извини, я пойду. Тогда я сейчас на твоего придурка напишу. Хватит нам тут дебошей пьяных. Я сейчас такое напишу, тебе мало не покажется. После этого точно уголовное дело на него откроют. Написать? Олег твой подпишет мое заявление? Алёха твой мое подпишет? Сав, Никита, снимай штаны, я постираю. Что такое? Это галстуки. А почему два-то? Я Киселёву забыла отдать. А зачем брал? Ну, они с Горбуновым подрались, вот, и дали мне на сохранение. Ой, Галь, ты чего? Чего-чего, сама знаешь чего. Да не знаю. Участковый-то собирается посадить моего Лёху. Да ладно, это он так. Ну, пугает, не пугает? Лучше подстраховаться. Я уже всю улицу обегала, и ты подпиши. А что это? Характеристика, это что мы на порог его берем. Так мы же скоро съезжаем. Ну и что? Пока-то живете. Ну, а если тебе еще против Люськи подписать? Дай. А может, и Саша подпишет? Саш, подпиши. Здесь. А может, и мне подписать? А знаешь, что Карпов зарабатывает $1 000 000? Кто такой Карпов? Ты что, это же чемпион мира. Пошел. Василий Сергеевич, подпись тут собрала. Что это? Со всей улицы. Ну, что, Брунова моего. Вы почитайте. Вот, прошу принять. Он хороший человек и семейный. Но я не уверен, что это поможет. Но к делу подошью. К какому делу? Тут к этому. Галь, ты посмотри, ко мне здесь коллекция. Вот этот тоже. Пора бы этому конец положить. Фай, чего тебе, Громов? Отведи Никиту после школы домой, у меня дела. Знаю я твои дела, и завуч тоже знает. Я тебя прикрывать не собираюсь, Савка. Что ты хочешь сказать? Ничего, Никиту сам заберешь, понял? Давай. Даже слышать ничего не хочу. О, здорово, братан. Здравствуй. Жвачку на халяву хочешь? На халяву? На халяву. Давай. Никита домой после школы отведешь? Да, отведу. Окей. Здравствуй. А, ты по поводу квартиры, что ли? Да. Заходи. Ну и сколько вас будет? Четверо. О, хорошо, у меня уместитесь. Пойдем, покажу. Комната большая, светлая. Вы проходите, проходите, что вы там встали-то? Да вот смотрите, вот кровать, на ней двое уместятся. Возле батареи один. И если я вынесу свой стол в свою комнату, то еще один поместится. А так, смотрите, окно большое, светлое, в хорошую погоду даже Москву видно. А это вот жена моя. Если что, он человек добрый, мягкий, может постирать, приготовить, ну... Сами понимаете, за определенную плату, конечно.
Здравствуйте. Ты как, Лен? Блять. Извините, а нельзя ли за комнату аванс хотя бы за полмесяца вперед получить? Знаете, я, наверное, пойду. Спасибо большое. Ну что, новый этюд придумал? Ну, ради того. Может, попробуешь? Вот белые начинают, мат трихода. Вообще-то я по делу. Ну, рассказывай. Можно я кое-что тебе в сейф положу? Значки, галстуки, деньги. Сестра заначку нашла, да? Ну, почти. Лучше перестраховаться. Верхняя полка будет твоя. Ты знаешь, у меня уже два этюда в журнал взяли. Просили еще. Поздравляю. Андреич, закончились бутерброды с икрой. Тащи хлеб, будем новые мазать. Икра в холодильнике. Угу. Встань, Андреич. Вы альбомы не видели? Дембельский. Видела. Андрей вчера отдал дядьке твоему Шелесту. Смотрите, ребят. Смотрите, какие солдаты. Скорее бы в армию, да, пацаны? Да. А мой старший брат служил там кислым. А у меня папа пожарный. Ну, это вы тут собрались, а? О, что это у вас здесь? А ну-ка, все по местам. О, Кровов, это возьмешь после урока. Че ты? Рассказывай. Ну, была я в строительном тресте. Ну. Там требуются работники. Штукатуры и маляры. А живем с чем? Предлагают одно койко-место в общежитии. Ого. Ой. Сколько тебе? Ой, я без сахара. Ну, что делать будешь? Да не знаю, что делать. Поеду к старушке. Сиделка нужна. Художник дал адрес. Здравствуйте, Полина Александровна. Здравствуйте, здравствуйте. Что тебе? Я за Никитой. За Никитой? А что такое? Он мой брат. Нет, мы соседи. Ах, вон как. Ну, хорошо, хорошо, иди, Никита. Только не забудь, пожалуйста, забрать альбом. Ну вот. Если бы он так дал. Пойдем ко мне, а то у меня дома никого. Мне заниматься надо. Можно я к тебе? Я мешать не буду. Ну, пошли. Здорово, Морпех. Как? Самочувствие? Поправиться бы надо. Не мешало бы. Да, у тебя что есть? Вчера все пробил. Все? Все. Все 6 рублей. Моя больше не даст. У
Пошли, сейчас что-нибудь придумаем. Да. If you die, you die. Save it. It's the same color as red flag. Yes, okay. And the flag? What? Flag. Ты чего, морда? Это же главный флаг нашей страны. Отоссало, ну ты. Все, 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 пошли, пацан. Как же, я ходил на Ленина посмотреть. Слышь, пацан, ты давай не скандаль. Пошли по-хорошему. А вы меня в мазолей потом проведете? Проведем, проведем, проведем. Проведем. Попробовать. А ты пока дембельский альбом посмотри. Давай. Да не, не так. Сейчас мама приедет, помоет для Машки, привезет. Ругаться будет? Еще как. Ну, тогда я пошел. Давай. Хорошо. Ты неправильно рисуешь. Вообще. Положи мишку. Отдай мишку. Дай мишку. Ты что, за один момент? Это мне папа подарил. Понятно? Простите, пожалуйста. Я забыла. Вы по чьей рекомендации? Василий Михайлович Штыпель. А кто это? А это художник из нашего Дома культуры. Вы сначала с моей мамой поговорите. Ее зовут Марта Константиновна. Ну, если у нее пройдете экзамен, познакомимся поближе. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Я Настя. Здравствуйте. Для начала пойдите на кухню и приготовьте мне, пожалуйста, кофе. Хорошо. Мам, да? Мне к пяти на танцевальный, а Савка опять пропал. Пускай Никита у тебя посидит, ладно? Фай, фай. Ну, пожалуйста, мам. Ну, в самом деле, фай. Хорошо, мам, спасибо большое. Ну что, Никит, как учеба-то? Как работа. Работа хорошо. Давай чай пить. Ну, вот тебе бутерброды. Давай, еле принимай. Куда? Куда ты прешь? С рюкзаком-то? Ну-ка, одной доставай. Ты что, первый раз, что ли? Ну, куда ты колу-то даешь? Ты что, грызешь, что ли? Да где она кола? Забирай, давай, забирай. Здравствуй, Геля. Здорово. Помощь нужна? Да нет, спасибо. Ну что, парашютист, допрыгался?
Дело на тебя завожу. На кого? На меня? Сергеич, да ты что? Десантники, мы же люди пробитые все наглухо. 2 года голову кирпичи ломали. Откуда мозги-то? Слышал я эту байку. У тебя в армии сколько прыжков-то было? 6, десантник. 6? 6. А здесь ты сколько уже напрыгал? Считал? Со вчерашним получается уже 14. Да? Да. Сергеич, в общем, Леха, я тебе все сказал. Еще раз напьешься, посажу. Спасибо, Сергеич. Бутылки создавать собираешься или нет? Да подожди. Да все, закрывай лавочку. Сейчас ждать тебя буду я. А зачем тебе столько галстуков? Да я же говорю, я командир пионерского отряда. Вот у меня и есть столько галстуков. Че, командиру пионерского отряда надо 4 галстука? У меня должен сегодня был октябрь от пионера принимать. А жвачка? Что вы ее всем раздаете, кого принимаете? Да. А вы откуда знаете? Че вы деретесь? Значит так, пацан. Или ты мне сейчас рассказываешь, кто такой, откуда, где учишься, кто родители. Или я тебя отправляю в детскую комнату милиции, оттуда в колонию. Возраст у тебя подходящий. Ты что, заблудилась там, что ли? Не в лесу же? Ой. У тебя что, отец стекольчик? Ой, извините, пожалуйста. А ну, пройдись по комнате. Что? У тебя слух плохой? Нет. У меня дикция плохая. Хорошая. Ну, тогда пройдись по комнате. А зачем? Работать сиделкой не значит сидеть около меня все время. Ну вот, возьми с той полки Олешу. По-моему, здесь нет Олеши. Нет? А может быть, там? Здесь, кажется, тоже нет. Нет. А, вот он. Ты читала, Олеж? 3 толстяка, рассказы. Зависть читала. Зависть читала? Удивительно. Такая умненькая девочка. Двигаешься хорошо. Почему ты так одеваешься? Как? Ну, я не знаю. Прямо скажем, никак. Что привело тебя сюда? Если ты хочешь подработать, или ты хочешь у меня что-нибудь украсть? У меня просто были такие. Извините, я, пожалуй, пойду. Я тебя никуда не отпускала. Скажи своей нанимательнице, дочери моей, что я взяла тебя на работу. И убери, пожалуйста, эту бурду. Хорошо. Мы сейчас будем учиться варить настоящий кофе. Извините. Ишмурзаева. Одна. Файка ушла на драм-кружок. А, я зайду. Ну, заходи, чего шепчешь-то? Ну, чё, устал, небось? По улице надо бегать, начальника изображать. А? Так вот, выпей. Тильки, извиняйте, сало нема, закусывать нечем. Чак-чак будешь? Давай. А чак-чак нету.
Все шутишь, да? Племянника моего не видела? Не видела. Тут где-то целый день болтался. Ой, напился бы опять. Обязательно напьется. Шутишь? Нет. А ты что, всерьез решил его в дворники определить? Это из такого парня дворник? Ну а что здесь такого? Подумаешь, парень из армии пришел, с кем не бывает. Ну, а если ничего серьезного, что ты так суетишься, бегаешь, волнуешься? Да я не из-за этого. Проверять меня будут. Вон, начальство реагирует на Люськин кляузы. А что их боятся, если это только кляузы? Кляузы. Люська, она же как бульдог, цепится не оторвешь. Она какая-то зав столовой, а сняла командира своей части. Полковника. Вот такой чак-чак получается. Поняла? Да поняла. Поняла? Вот. И я вас поняла. Мам, а где Никита? Слушай, а правда, а где Настя? Так он ушел, наверное, я так даже не заметила, когда ушел. Вася. Проходи. Садись. Рассказывай. Да что ты рассказывать-то, Вась? Нечего. Прихожу я на Красную площадь. Хотел Ленина посмотреть. Что же я пионер, если Ленина до сих пор не видел? Меня, наверное, с кем-то перепутали. А теперь помедленнее. И правду. Да это правда. Точно правда. Ну, не хочешь здесь, пойдем домой. Девайся, Насте не говорите. Я не собирался. Ты сам все расскажешь. Сынок, иди домой. Игрушку ты потерял? А что ты тут делаешь? Заснул. А родители твои где? Не знаю, тоже где-нибудь здесь. Вы такие громкие, там мужчины. Ты что, потерялся? Ну нет, как же, вот он я. Это они опять потерялись. Так, подожди секундочку, никуда не уходи. Сейчас мы их быстро найдем. Как фамилия? Громова. Папу как зовут? Федор. А маму? Мария. Хорошо. Никуда не уходи. Ты знаешь, Толян, я думал, ты не выживешь. Ну, как видишь, товарищи,
Мальчишку лет 7 не видели? Мальчишку? Не, не видели. Потерял самолет. Вроде недавно только здесь был. Ну, если потерялся, так иди ищи. Тоже мне товарищ нашел. Мария и Федор Громовы, подойдите к дежурному по вокзалу. Вас ожидает ваш сын Никита. Повторяю. Мария и Федор Громовы, подойдите к дежурному по вокзалу. Вас ожидает...